Привет, это Технозон, и сегодня у нас обзор столь ожидаемой приставки X2 Cube от Yugus, хотя они это очень тщательно скрывали. Давайте смотреть, что же это за чудо такое на 905 X2 процессоре. И многие из вас сейчас скажут следующее: Bubble, но что же там может быть интересного на 905 X2 процессоре, даже если это произвел Yugus? Ребята, здесь интересно все. Начиная с того, что здесь работает правильный HDR из коробки, вы включаете свой телевизор, вы включаете этот Yugus X2 Cube, и вы получаете сразу же полностью рабочий HDR, и весь интерфейс у вас отрабатывает в HDR. К тому же здесь есть полноценный автофреймрейт, и этот автофреймрейт идет из коробки. Его не нужно прикручивать с помощью какого-то AFRD, он просто работает. Вот, пожалуйста, вам результаты джодер-теста. Никакого джодер-эффекта нет. И переключает он не только частоту экрана под частоту вашего контента, а также переключает и разрешение. И это именно отличное решение для 905 X2 процессора. Такого еще не делал никто. То, что в этом X2 Cube есть огромное количество плюшек, типа встроенного кеймейпера, типа настройки геймпада под любую комбинацию кнопок, для того, чтобы он воспринимался как нативный геймпад в играх для Android TV. Все это меркнет по сравнению с тем, что здесь есть нативная поддержка Samba сервера, CIFS клиента, а это встречается далеко не в каждом Smart TV боксе, даже топовом Smart TV боксе. Но в X2 Cube за его цену это просто нереальные возможности. Хочется отметить, что X2 Cube выходит в трех версиях. Это X2 Cube, 2 гигабайта оперативной памяти DDR4 на 16 гигабайт хранилища. X2 Play это 4 гигабайта DDR3 памяти на 32 гигабайта хранилища, и X2 Pro 4 гигабайта DDR4 на 32 гигабайта хранилища. Скажу вам сразу, что у меня есть и 4 на 32 на DDR4, но дело в том, что я захотел вам показать то, как работает приставка именно на 2 гигабайтах оперативной памяти. Это специально для тех, кто мне пытается доказать, что это невозможно. Ребята, все возможно, и 2 на 16 работает просто идеально. Если у вас не хватает денег на более дорогую версию, то 2 на 16 это именно выбор. Выбор оптимальной приставки с оптимальными возможностями, вернее с мега возможностями по оптимальной цене. Кстати, ссылки на все эти варианты X2 Cube я положил в описании под видео, и поверьте, вы не будете разочарованы. Цена действительно сладкая, даже по сравнению с ее конкурентами. И именно поэтому я заявляю, что X2 Cube на IMLogic S905 X2 пришла перекроить полностью рынок среднебюджетных Smart TV боксов. А IDU 64 мы с вами посмотрим уже в самом обзоре. Также мы с вами посмотрим обязательно распаковку, уж очень она интересная. Сама приставочка маленькая, и она не греется. Не греется она даже не в том привычном контексте, который я закладываю, когда обозреваю другие приставки на 905 X2. Сейчас вы видите на экране результат тротлинг теста, и за час тротлинг теста она не прогрелась даже до 60 градусов. Это отличный тротлинг тест, все в зеленой зоне, никаких провалов, никаких пиков провалов, она действительно очень стабильно работает. Мы проводили тротлинг тест до 8 часов. К сожалению, мы его не сохраняли. Это было первое, что мы сделали. Мы достали, кинули на тротлинг тест на 8 часов. И она 8 часов отпахала на максимальной производительности без каких-либо вообще затыков. Это просто идеально сделанное охлаждение. При этом заметьте, что там написано именно, что тротлинга центрального процессора не обнаружено. Также за столь низкую цену вы не найдете приставку, у которой настолько крутые сетевые модули. Где вы найдете за такую цену приставку, например, у которой Lana J45 на прием работает 600-700 мегабит, вы видите вот результат серии тестов, на прием и 800 мегабит на отдачу. Или в среднем на Wi-Fi 5 ГГц это 200 мегабит на загрузку и 250 на отдачу. На загрузку иногда показывало чуть больше 200, но мы не регистрировали этот факт, поэтому мы заявляем только то, что мы видели своими глазами. И касаемо 2,4 ГГц, ребят, в среднем 40-45 мегабит на загрузку и 40-45 мегабит на выгрузку. Это тоже один из самых хороших результатов. И все это благодаря антенне, которую предусмотрительно компания Yugus разместила на корпусе этой самой приставки. Это внешняя откручиваемая антенна. Ну и из плюшек могу отметить, что это очень маленькая приставка. И предусмотрели, ребята, вынос инфракрасного датчика на переднюю часть вашего телевизора для того, чтобы этот Yugus X2 Cube мог мигрировать за ваш телевизор, его не было вообще видно, а это тоже одна из немаловажных плюшек. Но что-то я уже сильно много заспойлерился, давайте переходить к распаковочке, к обзору.
протестирую мультимедийные возможности. Кстати, воспроизводит он практически весь контент и все, не буду спойлерить. Но единственное, хочу вам напомнить, что на нашем канале систематически проходят розыгрыши ценных призов и подарков. Кстати, на текущий момент, на момент презентации и съемки этого видео, это розыгрыш 3 Югус АМ6 от компании Югус. Советую идти в описании под видео, нажимать на ссылку и участвовать в нашей акции. И что немаловажно, если там уже нет этих призов, то поверьте, там есть призы не менее интересные, чем эти самые 3 Югуса, которые дарит компания Югус для подписчиков канала Технозон. Ну и конечно же, нажимаем подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить все наши дальнейшие обзоры самых интересных гаджетов, девайсов, смарт-ТВ-боксов, программ, настроек, модификаций, да вообще всего очень много интересного у нас есть на канале. Ну и конечно же наши соцсети, паблики, чаты, телеграм, вайбер, все это в описании внизу по ссылкам. Ну и сейчас я говорю вам хава-банг, ребята, это же Бубльгум, поехали. X2 Cube от Югус, распакуем, посмотрим, что у нас здесь. Хотя его Югус не ассоциирует с собой, и в некоторых местах он продается как X2 Cube просто, но все мы прекрасно знаем, что это производство Югус. Короче, здесь дохрена всего, ребят, есть, перечислять не буду, все будем лучше пробовать. Как оно у нас все воспроизводится и работает. Скрываем, кстати, коробка обалденная. Это очень жесткий, крутой картон. Он очень классный. Ой, слушайте, какая она маленькая и прикольная. Вау, вау. Ребята, вот реально вау. Она под пленкой, верхняя крышка. Мы ее сейчас снимем. Обязательно, ненавижу в пленках ТВ-боксы. Да-да. Вот так вот. Кайф какой, ребята, просто кайф. Вообще огонь, слушайте, он крутой. Короче, смотрите, штука интересная. У нее со всех четырех сторон есть периферия. Спереди у него есть TF-карты, разъем для TF-карт, есть OTG, разъем USB 2.0, USB 3.0, есть вход питания micro-USB, 5 вольт 2 ампера, аудио-видео output, есть даже разъем для удлинителя инфракрасного порта, есть разъем Reset для антенны, очень круто, на 905X2 редко кто делает выносные антенны, LAN RJ45 и есть полноценный SPDIF. Слушайте, класс, класс, она маленькая. Давайте смотреть комплектацию побыстрее. Аж интересно. Оу, старые пульты Югус, кто не помнит их? Кто не помнит старые пульты Югус? Хотя это достаточно дешевенький пульт, но я вам скажу, он замечателен тем, что у него есть кнопки управления мультимедиа, есть навигационные кнопки для вызова медиаплеера, музыкального плеера, браузера и меню. Слушайте, ну тоже неплохой пульт, ну такое, конечно, я не люблю такие пульты, люблю больше аэромыши. Есть удлинитель инфракрасного порта. Класс, ребята, зачет, реальный зачет, хочу сказать вам. Есть у нас блок питания, как я и говорил, 5 вольт, 2,5 ампера, вот это да, 2,5 ампера, что ж здесь такого намудрили интересного, а, Югус? Очень все интересно и круто. Есть даже антенка такая крутая, она маленькая, слушайте, он нереально крут. Он нереально крут, ребята, не устану повторять. Но, блин, я хочу уже попробовать. Короткий кабель HDMI. Это подразумевает то, что вы этот Югус X2 Cube спрячете обязательно за телевизором. То есть вы возьмете этот коротенький свой HDMI кабель. Кстати, снизу очень крутые резиновые ножки. То есть, если он стоит намертво. Вы его поставили прямо снизу за телевизором, подсоединили коротким кабелем, и он у вас стоит за телевизором. И через переходничок спереди где-то вынесли вот такой вот инфракрасный датчик, для того, чтобы вы могли пультом включать и выключать. А вот здесь у нас и есть обозначение того, что это Югус, инструкция с Югус. Вот такая вот штука. Слушайте, ну все очень интересно. Насколько в нем реализованы все фирменные фичи Югус, мы сейчас узнаем. Поэтому переходим, включаем. Крутая крутотень, инфракрасный датчик тоже. Блин, просто все охренительно. Вот люблю я такие приставки, люблю.
Все, переходим тестировать. Вот так вот выглядит наш интерфейс X2. Югус X2, как вы поняли. Так как вы уже видели все основные тесты, которые я вам показал в превью, то вам следует обратить внимание на температуру в простое. Вот это вот окошко у нас будет висеть весь обзор. И, пожалуйста, обращайте внимание на температуру в процессе всего обзора и в мультимедийных возможностях, и в играх. Так как я обещал, что AIDA 64 будет у нас уже в самом обзоре, то мы с вами посмотрим обязательно, что здесь есть. Производитель X2, хотя мы все знаем уже по утечке, по книжечке, что это Югус, модель X2. 2 гигабайта оперативной памяти, доступная сейчас 705, у меня там запущена всего куча, и TorSurf. Всего во внутреннем хранилище из коробки 11.08, версия Bluetooth 4+. Если вы считаете, что 2 на 16 мало, ребят, я вам уже объяснял. Еще, кстати, в обзоре про Югус AM6. Все это полная фигня. Хотя можете брать и X2 Play или X2 Pro, это уже сугубо ваше дело. По центральному процессору это все тот же ARM Cortex-A53 на 1.8 ГГц, на 4 ядра, с ускорителем Mali-G31, и с поддержкой OpenGL ES3.2. Из кодеков у нас есть практически все интересующие нас кодеки. В частности, есть и VP9, который позволяет проигрывать YouTube в 4К 60 FPS. Это очень важно. Ну и по температуре у нас есть доступ ко всем датчикам температуры. Как мы видим, температура в простой у нас просто идеальна. Не знаю, с чем она такая связана, но это действительно круто. Выйдем и пройдемся с вами по меню, ведь в меню есть эти самые интересные плюшечки. Мы видим с вами сети интернет, это стандартный Android чистый 9. Аккаунты и вход не преподнесли нам никаких сюрпризов, мы полностью все отлично сработало. В разделе приложения все так же у нас есть недавно открытые приложения, все приложения. Есть специальный доступ. Специальный доступ с экономией энергии позволяет отключать те приложения, вернее делать так, чтобы приложения засыпали, если они не используются. То есть это экономит энергию, ну, в принципе, это экономит и память, и сам по себе процессор меньше греется и перегружается в том числе. Хотя я бы, вот что бы сделал, я бы TorSurf убрал бы экономию энергии обязательно. Вот, пожалуйста. Мы его отключили, и теперь все будет намного интереснее. Также здесь вы можете запрещать либо давать доступ к уведомлениям, доступ к истории использования. Тоже вообще нас это мало волнует. Нас больше интересует вот этот вот пункт настройки X2. Настройки устройства. Все тоже очень даже просто. Зайдем в обустройстве. Есть у нас обновление системы. Система будет получать обновление по воздуху. Это 100%. Название модели — модель X2. Прошивка на момент обзора 0.0.6. Версия Android 9. В экране вы все так же можете выбрать разрешение экрана. Приставочка поддерживает от 480p до 4K 2K 60 fps и до 4K SMPTE, полный 4K. Также у вас есть режимы управления цветностью. В меню экран вы также можете регулировать размер экрана по высоте и по ширине. Удобно, если у вас не видно части изображения, не видно части контента, то вы как раз здесь можете это все отрегулировать. С ориентацией экрана обалденная опция. Вы можете вручную делать вертикальную ориентацию. Это для тех приложений, которые не поддерживают горизонтальную, либо вообще автоматическое вращение у вас будет в зависимости от настроек самого приложения. Кстати, эта же опция доступна и в шторке. Вы можете это делать по кнопке. Слушайте, ну действительно хорошая опция, и на других устройствах практически этого нет. Вы даже, если у вас перевернутое приложение, вы можете взять и перевернуть его вручную. В любом-любом положении, в любом режиме. Ставим огромный плюс именно за такую фичу. Для Югус это ну просто отлично. То, что у нас есть шторка, огромный плюс. Также у нас есть панель управления, тоже огромный плюс. Вы можете закрывать свои последние приложения, можете регулировать звук, громкость звука с помощью вашей аэромыши. Ну, в принципе, нажимать домой и выключать приставку с мышки. Тоже все круто. Круто и супер. Выходим из ориентации экрана, мы понимаем, что это крутая фича. HDMI цик на телевизоре LG у меня заработал просто отлично. Кстати, вы видите пункты управления HDR. HDR изначально работает корректно, то есть когда включился мой телевизор, у меня полностью весь интерфейс, вся картинка была в HDR. То, что здесь есть раздел TV Dolby Vision Set, Dolby Vision здесь он есть, но нет лицензии, поэтому он не работает. Без лицензии Dolby Vision не будет работать нигде, что бы вам ни рассказывали какие-то горе-обзорщики и не обещали там, или особенно мне нравится, когда они показывают, вот Dolby Vision мы включили, зачем, непонятно, ну, задавайте им вопросы. Все остальное, в принципе, у нас очень даже такое же, как и в других
Smart TV боксах, клавиатура автозаполнения, язык тут не маленький, разобраться можно. Единственное отличие, которое есть в простом меню, это у нас есть с вами режим USB. В режиме USB вы можете выбрать режим Host, OTG, MTP передачи файлов на другое устройство, то есть вы можете подключить ваш X2 Cube через USB папа-папа и напрямую на него закачать файлы. Ну и PTP передача файлов, если MTP не поддерживает, в принципе, вы можете передать картинки. Ну, так себе опция, не очень там мне нравится. А вот теперь мы доходим с вами до настроек X2, и вот это вот самая прелестная фишка этого действия. Суперпользователь. У нас в устройстве есть суперпользователь, при этом он возможен Super SU, то есть вы можете получить права суперпользователя. Также вы можете получить права суперпользователя в Silent режиме, это значит тихий режим, когда ваша приставка будет давать права суперпользователя вашему приложению, которое его запрашивает без запроса, как это делает Super SU. И также вы потом можете еще и отключить эти права суперпользователя. Файловый сервер клиент. А вот это вот фича крутая. Так же, как и в Yugus AM6, у нас есть Samba клиент. И я не мог обойти это стороной, потому что вы фактически, просто подняв здесь Samba сервер, получаете доступ через обыкновенный проводник к вашему Smart TV боксу. И можете закидывать туда любую информацию. Ну, например, вы видите, сейчас мы на моем компьютере, мы в проводнике. Я просто сейчас ввожу 192.168, вот 1.221. Это вот моя приставка, этот X2 Cube. Я захожу, и вот наше внутреннее хранилище. Я могу здесь сохранять файлы, я могу сюда закидывать картинки. Кстати, я сюда закидывал тестовые файлы, тоже очень удобно. Поэтому крутая штука. К тому же вы можете подключить это все как диск вашего устройства, то есть вы можете на компьютере включить это именно как сетевой диск. Вот давайте мы создадим, подключим сетевой диск, выберем вот так вот, нажмем обзор, выберем internal storage, окей, готово. И у нас вот есть диск. Если мы зайдем сейчас в мой компьютер, то мы видим, что у нас internal storage. Не обращайте внимания, он весь засран, потому что я туда накачал очень много гигабайт различных тестовых роликов и тестировал очень-очень-очень много и долго. Обычно в простом режиме использования таких приставок это абсолютно незагружаемая память. К тому же решение проблемы с памятью — это у нас CIFS клиент. Если вдруг вам не хватает 16 или 32 гигабайта памяти этого самого X2 Cube, то поверьте, CIFS клиент очень хорошо решает эти вопросы. Я сейчас включу свой CIFS. Этот клиент позволяет подключаться к сетевым дискам, которые организованы, например, на вашем роутере. Например, у меня на AC18 на Tenda поднят сервер, и в принципе вы можете сейчас, вернее мы можем сейчас зайти в файл-браузер и увидим, что у нас есть Tenda. Он просто подключен как дополнительный диск, поэтому вопрос с дополнительной памятью решить, здесь просто пшик. Вам не нужно вообще ничего думать, выдумывать, придумывать, все просто работает из коробки. Пожалуйста, мы можем вот включить сейчас background файлы, это файлы, которые я назначал сюда как фоновые рисунки, и кстати прямо отсюда с этого диска и назначал. Также вот есть тестовые файлы, можем какой-нибудь проиграть, вот сейчас вот тестовый файл на Jodder Test. Пожалуйста, все это проигрывается прямо из сети, и вот даже 4К тяжелый файл какой-нибудь мы можем без проблем запустить. Он начал проигрываться просто без каких-либо проблем с этого диска через CIFS клиент. Отлично. Также у нас в Yugus есть так называемый NFS клиент, а это уже совсем интересная штука, потому что скорость чтения и записи через него очень даже нереально. Я вам честно скажу, в одном из следующих видео я обязательно покажу, как поднять NFS сервер, и мы с вами проверим скорость чтения и на Yugus AM6, и на X2 Cube, на Yugus X2 Cube, и мы обязательно разберем, что это такое, и вам будет интересно, поверьте. Настройки воспроизведения, а это вот тот самый пресловутый автофреймрейт. И самое интересное, что этот автофреймрейт абсолютно правильный. Он меняет не только частоту вашего экрана под воспроизводимый контент, он меняет абсолютно все. Он переключает и разрешение, то есть если у вас фильм 1080p, а разрешение на телевизоре 4К, то он переключит на 1080p и переключит на ту частоту, с которой этот фильм транслируется. А это значит, что вы будете всегда смотреть фильм в оригинальном качестве, без ужатия качества фильма, либо без его растягивания. И это очень круто. К тому же здесь есть опция переключать на 50 Гц для 25 кадров в секунду, переключать на 60 Гц для 30 кадров в секунду. В принципе, это тоже позволяет избегать Jodder эффекта. Задержка возврата параметров экрана в секундах очень крутая штука. Вы выставляете просто-напросто, например, задержку в 3 секунды, и при переключении
переключении, при перематывании в мгновенном фильма у вас не будет передергивания экрана постоянного в исходную частоту. Вы не будете замечать и не будет у вас этих провалов в темноту, что чем обычно характеризуется автофреймрейт на других приставках. Информационная панель. Крутая штукенция. Давайте вот отображать температуру центрального процессора и выберем текстовое значение. Если мы сейчас с вами покажем верхнюю строку состояния, то вы увидите, что у нас здесь есть различные показатели, которые мы можем выбрать. Отображать частоту он будет показывать, отображать загрузку центрального процессора. И это все действительно супер. Оставлю на всякий случай, пускай колышется там. Есть у нас беспроводной помощник. По беспроводным помощникам у нас будет отдельное видео по Югусу и вообще по остальным беспроводным помощникам. У нас планируется такое видео, поэтому мы сейчас не показываем. Но поддержка Fire Easy Assistant здесь есть. Вы можете сосканировать своим телефоном, загрузить Fire Easy Assistant и управлять вашим Югус прямо с вашего смартфона. Удобно, невероятно. Настройка геймпада. Классная штукенция. Если у вас по какой-то причине не работает какая-нибудь кнопка на геймпаде, допустим, он неправильно передает R2, вернее, программа неправильно воспринимает R2, то именно в Югус вы можете переназначить ваши кнопки на вашем геймпаде, он будет эмулировать их. Вот, PG9089 подключено, только что включил свое IPEGA PG9089. Мы можем выбрать устройство PG9089 и на R2, допустим, нажать кнопку R2. И он считает код кнопки, которая здесь физически, и будет эмулировать, когда вы будете нажимать на эту кнопку, будет эмулировать R2 и передавать в саму игру. Это позволяет играть в игры, которые поддерживают геймпад, практически на любом, даже самом дешевом геймпаде. Он будет эмулировать и выдавать его за оригинальный какой-нибудь андроидовский геймпад с расширенной поддержкой. Отличная тоже опция. Зачетно. Настройки отладки. Крутая штука. Необходима нам для подсоединения по ADB. Тех, кто знает, что это такое, очень круто. Тех, кто не знает и не советую вам лезть, можете навредить очень сильно приставке. Единственное, для чего наш канал может вам советовать использовать ADB, это для автоматической настройки в один клик, как мы называем это. У нас есть видео на канале. В принципе, могу кинуть ссылки в описании под видео, если вам это интересно. Пользовательские скрипты поддерживаются прямо из коробочки. Все работает. Вы можете включить и прямо сразу запустить пользовательские скрипты, так называемые init.d. Но насколько это необходимо рядовому пользователю, но гикам уж точно понравится, если они чего-то решат дорабатывать. Системные панели. У вас есть возможность показывать навигационную панель, скрыть или показывать статусную панель и скрывать эту же статусную панель. Вот такого вот нет нигде. Серьезно вам говорю. И настройки устройства ввода. А вот это круто, потому что я сейчас на X2 использую G10S, у меня не работает кнопка назад. Кстати, этот же пульт я использовал в Югус AM6 в обзоре, и я там уже показывал, как это реализовано. Я нажимаю просто-напросто добавить кнопку, нажимаю на кнопку назад и выбираю, что она должна делать. Я выбираю основные кнопки и выбираю действие Back. Все, у нас есть кнопка, назначенная на кнопку Back на этом пульте. Сохраняю настройки. Он просит переподключить ваше устройство, чтобы изменения вступили в силу. Я переподключаю донгл, вытащил, вставил. И вот теперь у меня работает кнопка Back. Вот этого нет точно нигде. Встроенный кеймейпер, и это нереально круто. Вот просто нереально. Вы хоть доказывайте мне, вы не найдете такой функционал. Пульты, аксессуары. Ну, здесь уже у нас подключены Bluetooth устройства и PG9089. У меня подключен вот такой вот геймпад. Мы с вами обязательно проверим, как на нем играть. После такого обзора меню мы можем с вами смело переходить в обзор мультимедийных возможностей. Начнем с проигрывания тестовых файлов. Тестовые файлы он проигрывает абсолютно все. Любой тяжести. Я сколько не мучился и не пытался найти какие-нибудь файлы, которые он не смог бы воспроизвести. У меня вот не получилось. Все он воспроизводит. Тяжелый 4К Cars and Ships. Пожалуйста, мы сейчас запустим снова. Включаем с вами 4К Cars and Ships и посмотрим на воспроизведение достаточно тяжелого файла. Мы будем использовать видеопроигрыватель. Стандартный. Начнем сначала. Ну, честно вам скажу. Вот, ну, ни нареканий, ни фризов, ни тормозов. Цвета просто песня. Играет 4К вообще на вылет без проблем. 38 градусов, ребята.
То, что Югус умеет пилить крутые охлаждения, мы это с вами знаем и так. А то, что он запилил крутое охлаждение на 905X2 процессоре, ну это, по-моему, уже не зря. Даже самые дешевые китайцы на 905X2, они не греются. А здесь они, конечно, постарались уже так, ну полностью. Очень круто, на самом деле круто, мне это нравится. Самсунговский достаточно тяжелый тестовый файл. HDR работает, ну, просто отлично в этой приставке. Непередаваемое качество проигрывания. Я очень много пересмотрел тестовых роликов за свою жизнь в этих Smart TV боксах. Один из самых красивых роликов, он мне очень сильно нравится. И вот я видел разное воспроизведение этих роликов. Здесь это тоже работает, ну, практически идеально. Поехали дальше. Jellyfish у меня здесь записан всего лишь один на 400 Mbps 4K Ultra HD 10 бит. А один он, потому что 400 Mbps Ultra HD 4K 10 бит воспроизводится, и мы не наблюдаем там ни фризов, ни лагов, ни тормозов. Поэтому тоже зачет по воспроизведению 4К 400 Mbps. Ну и последний тестовый ролик, который мы хотим попробовать, это LG Barcelona 4K Ultra HD. Куда же вот без него? Слушайте, вот красивая Барселона на самом деле. Вот не было бы у меня тестового ролика и Югус X2, и не знал бы я, как Барселона выглядит. А так теперь и я, и вы знаете. Поэтому тоже спасибо Югусу за это. Пришла весна, наступит лето. Спасибо Югусу за это. Увидели Барселону. Все красиво и даже вопросов никаких нет. Поехали, пытаемся найти что-нибудь противное для этого Югуса, но пока что у нас не получается. 4К YouTube. Хочу протестировать сразу голосовую функцию в этом самом Югусе. Именно в Югус она реализована правильно. Если у вас установлено приложение нативное для Android TV, то в этом самом приложении, нажав на голосовую кнопку на вашем пульте, вы сразу выйдете в меню поиска, и не вывалится у вас именно Google, а вы войдете в меню поиска этого самого приложения. Давайте пробуем. 8К видео. Пожалуйста, у нас есть с вами поиск внутри АТВ приложений. Это нереальная крутотень. Давайте попробуем Перу 8К. Не знаю, что-то мне так захотелось. Включим диагностическое окошечко обязательно. Выбираем 4К 2160. К сожалению, 8К у меня не поддерживает ни рекордер, ничего. И мы видим с вами шикарнейшую красивую картинку. 3840 на 2160. 60 FPS. 859 кадров, 0 из них пропущено, даже стартовых дроповых фреймов нет. Это значит, что YouTube отрабатывает просто шикарно. Как вы видите, connection speed, есть такой показатель, он сейчас 150 мегабит в секунду. То есть приставка по Wi-Fi гребет 150-170 мегабит. И, честно говоря, я очень сильно поражен, насколько она круто это все делает. Блин, ребят, вот действительно круто. Беру 4К, 60 FPS, идеально. Вопрос YouTube закрыт. Я также к мультимедиа отнес Remote Control Buttons. Что это такое? А это значит, что вы можете на фирменный пульт X2 от Югус выбирать действия для кнопок. Например, вы можете для кнопки Play, да, нажать включение и выключение Wi-Fi. Можете выбрать включение и выключение Bluetooth, запуск приложения какого-нибудь, либо запуск настройки разрешения экрана. Также вы можете программировать все 4 кнопки, которые есть на этом самом пульте. Кстати, на распаковке я этого не сказал, потому что не знал. Продолжим проверять мультимедиа на IPTV. У меня загружен мой плейлист на IPTV TV Pro. Включим какой-нибудь реально HD канал. Никаких вопросов, проблем у нас с IPTV нет. Все красивенько, мгновенно переключается. Мгновенно воспроизводится. Конечно же, удивительно, если бы у нас не работал IPTV на данном Югус с таким-то сетевым модулем. Ну и, конечно же, нам еще с вами остается проверить, как у нас работает 4К торренты онлайн, да и вообще 4К онлайн. Давайте попробуем какой-нибудь, ну, мега тяжелый файл. Капитан Марвел. Голосовая функция работает в том же Lazy Media Deluxe, ну это удобно. Выберем файлик побольше, тот же самый Капитан Марвел. У нас сейчас стоит сортировка по количеству сидов, для того, чтобы у нас спереди стояли фильмы, у которых больше всего раздающих. Вот мы видим 32 гигабайта, 102 раздающих. Blu-ray диск Remux 1080p, ну хочется-то 4К торрент. Поищем 4К торрент, ребят. 45 гигабайт, Ultra HD, 4К, HDR 10 бит. 82 раздающих. Поехали, запустим его. Запускаем через TorSurf.
добавить и играть. Пошло у нас соединение с сервером, он набирает пиров, он прибуферизирует, и поверьте, даже на 2 гигабайтах, не говоря уже о 4-гигабайтной версии, все будет работать просто идеально. Он у нас уже проигрывается, проигрывается очень бодро. Как вы видите, это 3840 на 2160. Dolby Digital, 6-канальный звук. Вот пускай сейчас уберется табличка, для того, чтобы мы видели, как это все воспроизводится. 48 градусов при проигрывании 4К торрента онлайн. Невероятно, ребят, невероятно. Пусть поиграет пару минут, посмотрим на результаты температурные, зависнет или нет, но это огроменный торрент фильм онлайн. И Yugus X2 может это. Ребят, фильм уже проигрывается некоторое время. Никаких затыков, фризов, тормозов, автофреймрейт сработал, HDR сработал, 4К. Это все тот же фильм, пожалуйста, я вот нажму, покажу табличку. 48 градусов. 48, ребята, торрент 4К, 60 FPS, 48 градусов. Это нереально, я не верю. Вот. Осталось нам посмотреть, как работают 4К потоковые, но в этом я уже вообще не вижу необходимости, потому что, блин, ну 4К торрент на почти 50 гигов работает онлайн, но HDR я не вижу смысла. Хотя я все-таки это должен сделать для своих подписчиков. Пожалуйста, 4К, Ultra HD, MP4, фильм Split, на текущий момент достаточно неплохой фильм, мне нравится. 45 градусов проигрывается, все идеально. Кстати, в отличие от торрентов, на потоковом видео можно хорошо перематывать. Это практически мгновенная перемотка. Вот, пожалуйста, слушайте, ну супер. Супер, хорошо работает. Вот хорошо, ничего не скажу. Вот когда все хорошо, то хорошо. Когда говнобокс, я всем говорю, что это говнобокс. Кстати, перечни говнобоксов можете увидеть у нас на канале. Я считаю, что вопросы с мультимедийными возможностями у нас вообще закрыты. Я хочу переходить к оценке игровых возможностей, и поверьте, она вас здесь тоже не разочарует. Конечно же, для игроманов я советовал бы брать 4x32, при этом неважно, Play или Pro, хотя для истинных игроманов, то, конечно же, Pro-версию с DDR4 памятью, хотя и Play пойдет более чем с головой. Играем в Hearthstone. Hearthstone достаточно тяжелая игра, не буду менять стартовую руку, потому что эту партию не доиграю, это не рейтинговый бой. Игра достаточно тяжелая для любого Smart TV бокса, не говоря уже об 905 X2. И только некоторые Smart TV боксы на 905 X2 достаточно хорошо и плавно ее проигрывают. И вот как раз X2 Cube не исключение. Играбельность достаточно хорошая, анимация не тормозит. И играть в этот самый Hearthstone мы можем без каких-либо проблем. 46 градусов. Ребят, я не могу ее разогреть вот ну никак до каких-то более-менее вменяемых показателей температур, потому что, блин, я должен понять, вообще она хоть как-то греется. Пока что у меня ощущение, что это не греется вообще. Кстати, мы можем уже выходить, и я еще даже не закрывал программы. Все это я играю, все это время я играю со всеми запущенными программами у меня в фоне. И Lazy Media Deluxe, и Vimu Player, и IPTV Pro, и YouTube. У меня здесь все-все-все запущено. Все то, что я запускал на этом Smart TV Box и ничего еще ни разу не очищал. Это к тому моменту, что он работает вот 2x16. Мне говорят, а 2x16 это мало. Фиг вам, ребят, ну нет мессенджеров, какие 2x16 мало? Хватает более чем с головой. Давайте сейчас мы с вами поиграем, например, в те же World of Tanks. Нет, давайте в NVIDIA Games, наверное, шпильнем с вами. Поиграем в Rise of Tomb Raider. Это в GeForce Now игры для NVIDIA Shield. Видео о том, как в это все играть и почему нам не нужен NVIDIA Shield на текущий момент, есть у нас на канале. Заходим, полистаем. Вот, пожалуйста, все прекрасно играет на этом самом X2 Cube. Кстати, температура 52 градуса. Наконец-то хоть как-то мы это все дело разогрели. Графика шикарнейшая. Работает это все просто отлично. Давайте, что там нам надо... Подожжем что-нибудь, проверим. Потери пакетов даже нет. С такими сетевыми модулями, ну... Как бы грех терять пакеты. Сейчас что-то мы подожжем с вами. Загорелось. Сейчас подожжем еще одну штучку. То есть фактически мы с вами на X2 ну, достаточно приятно играем в GeForce Now игры. Ага, что-то мы здесь не так сделали. Короче, нам надо с вами найти, что у нас здесь не так. Но мы это уже будет, знаете, следующая серия. Будем отсюда потихонечку выходить, потому что нам еще нужно с вами сыграть в одну игру. А это же, конечно, World of Tanks Blitz. Куда без нее? Именно она способна закипятить даже самую выносливую приставку. Выберем с вами сразу же настроечки. Перейдем в графику, поставим
средние настройки. И поставим обязательно качество техники высокое, качество объектов и ландшафтов высокое. И перейдем сразу же с вами, стартанем, поиграем. Где тут моя сушка? Поехали. Итак, стартуем. 52-50 FPS. Так, 57. Слушайте, ну на средне-высоких настройках мы имеем выше 50 FPS. Кто считает, что это неиграбельно, ребят, не смешите. Это обалденный результат для Smart TV Box. Вот 59 стал и все, и хоть убей, короче, 60. 60 FPS мы играем на танчиках на средне-высоких настройках. Хотите повыше, ну, до 30 FPS это будет очень даже играбельно. На геймпад реакция отличная, то есть с модулем Bluetooth здесь нет никаких проблем. В том плане, что модуль Bluetooth не... Ай-яй-яй! Не взаимодействует с 2.4 Wi-Fi, как это бывает, такие проблемные вопросы. Тух! На тебе 487 под бочок. Я думаю, что ты меня даже не пробьешь, хотя меня, наверное, сольют быстрее, чем я тебя солью. Давайте, добивайте уже. Все, добили, ребят. И с World of Tanks Blitz у нас также нет проблем. Я готов пройти, прорезюмировать данное видео. Очень много эмоций, положительных эмоций. Но ждем резюме. Дело в том, что наигравшись на этом X2 Cube, насмотревшись контента, натестировавшись, я могу вам сказать одно, что рынок Smart TV боксов на 905 X2 процессорах уже никогда не будет прежним. Все приставки, которые вы смотрите дороже, чем X2 Cube, это просто-напросто компромисс. А вы не ищите компромиссы. Вот это вот лидер рынка Smart TV бокса в среднем бюджете на AMLogic S905 X2 процессоре. И мнение команды Технозон таково, что X2 Cube, X2 Play и X2 Pro это три лидера Smart TV боксового строения на AMLogic S905 X2 процессоре с нативным автофреймрейт, с отличным охлаждением. И мы его настоятельно рекомендуем к приобретению. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, то ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. С вами был Bubble и X2 Cube на канале Технозон. Пока, ребят.